Красноярские столбы очистили от надписей вандалов. Масштабная акция прошла в честь 91-го дня рождения заповедника. Впервые в ней приняли участие не только сотрудники, но и волонтеры и все желающие горожане. Приводили в порядок самые популярные у туристов скальный массив «Первый столб». Надписи и рисунки стирали с помощью специального состава. Чтобы убедиться, что вещество не причинит вред столбам, научные сотрудники заповедника предварительно его изучили и протестировали. В течение нескольких минут после нанесения смывки краска начинала отходить, и ее очищали со скалы при помощи металлической щетки. Сразу после этого участки обрабатывали слабым раствором кальцинированной соды, чтобы нейтрализовать действие кислой среды раствора. В общей сложности волонтеры стерли больше 20 надписей, которые нанесли нерадивые туристы. Попутно собрали мусор в скальном районе. Специалисты заповедника рассказали, что следующая акция по очистке столбов пройдет 20 августа. Присоединиться к ней также может любой желающий. У нас скалы, в том числе, это среда обитания для лишайников и мхов, папоротников и других мелких растений, которые, в общем-то, среди них есть и достаточно редкие виды, занесенные в Красную книгу. Поэтому мы стараемся сохранить природу в естественном ее состоянии. Вот. И хотелось бы сказать людям, которые приходят сюда, чтобы они очень внимательно к этому относились, поскольку нанести краску очень легко. Вот. А очистить краску, как вы видите, процесс довольно трудоемкий. И даже после того, как мы обработаем средствами скалу, пройдет еще очень много времени, прежде чем она вернется к своему естественному состоянию, обрастет лишайниками.